Слышали ли вы когда-нибудь об эпидемии смеха в 1962 году? Да, смех может быть заразным. Представьте себе такую картину. Школа в Танзании. Один ученик начинает смеяться. Он распространяется, как лесной пожар. Вскоре 300 учеников уже неудержимо кокочут. Это не сцена из комедийного фильма, а реальное событие. Продолжавшийся несколько месяцев. По иронии судьбы, не все было так просто. Школы были закрыты, население в панике. Похоже, силу смеха нельзя недооценивать. Мы не предлагаем вам смеяться над своей школой или рабочим местом, но как наша ежедневная порция смеха, это может пойти только на пользу. Так что давайте, найдите смешное видео, уморительную шутку и поделайтесь ею. Давайте снова сделаем смех вирусным. Помните, что день без смеха – это день проведений впустую. Так что вперед, смейтесь вслух и передавайте это дальше.